Давайте будемо з вами чесними. Ну, от у кожного з нас буває такий момент, коли ну, от нічого не хочеться робити. Коли ти просто не знаходиш собі сил та мотивації. От справа перетворюється на буденні, робимо одні ці самі речі. І от просто, мабуть, робота мрії перетворюється на щось таке досить ну, нецікаве вже вам. І як же все ж таки змусити себе потім працювати? Також важливий момент полягає у тому, що іноді буває от просто від слова зовсім відсутність енергії, відсутність якогось, знаєте, такого проривного у собі, у якогось стимулу для того, щоб зробити щось, про що мрієш. І цей момент ми також піднімаємо у нашій студії, тому що важливо знати, що таке мотивація, що, які фактори впливають на цю мотивацію, аби кожен з нас досяг своїх уже от тих омріяних цілей. Нам сьогодні у цьому допоможе Олена Пасічник. Доброго ранку. Доброго ранку. Хочеться уточнити одразу. От є такий момент, що кажуть, прокрастинація – це відсутність мотивації. Ви з цим погоджуєтесь чи ні? Ну, з цим я не зовсім согласна. Все-таки прокрастинація, будемо так говорити, це нежелание вообще что-либо делать, да, это вялость, это все, это немножечко уже в план диагнозов, болезней и всего остального, да. Отсутствие мотивации – это отсутствие целей. Все-таки тобто, більше. Да? А якщо у нас відсутні які-небудь цілі, так, ну, наприклад, як психологи кажуть, побудуйте собі план на найближчі 5 років. Ну, хоча б на місяць. Хоча б на місяць. Хоча б на місяць. Якщо його немає, то у нас і буде з'являтися ось це таке, ну, виснаження, так, ми будемо частіше вставати, тому що у нас немає, в принципі, ніяких стимулів, щоб... Ми нікуди не йдемо. Мотивація – це движення, да? Мувіс, мувіс. Ми повинні двигатися. Для того, щоб двигатися, ми повинні поставити ціль. Для того, чтобы цель превратить уже в какое-то действие, мы должны построить план. Когда мы построили план, мы уже понимаем, куда идти. Вот ребенок утром, я не хочу идти в школу, да, потому что, ну реально, он не знает, зачем он туда идет. Потому что мама каждый раз спрашивает, что ты получил, какую оценку ты получил. Он не ходит за оценкой. Потому что мама не спрашивает, что ты узнал нового, с кем ты повстречался, что тебе было интересно, там, кого ты увидел, с кем ты познакомился, что ты получил. Да ничего я не получил, потому что я сегодня не отвечал, что день прошел зря, получается. Получается зря. У ребенка пропадает мотивация. Реально, зачем ходить в школу за оценкой? Не хочу я за ней ходить, она мне не нужна. А когда мама утром просыпается, я тебе желаю доброго утра, я тебе желаю узнать нечто новое, я тебе желаю получить новых знаний, я тебе желаю повстречаться с людьми, которые принесут в твою жизнь нечто совершенно неимоверно интересное. Тогда ребенок, боже, утром я же могу пропустить нечто. Тогда есть мотив вставать и идти. А тут є маленький підвох. Якщо давайте. Ми будемо очікувати кожного ранку якесь чудо, так, протягом дня, так. А його не відбудеться, ми ж будемо розчаровуватися. Это цель. Ви мене услышали, когда я сказала, я встаю утром для того, чтобы узнать нечто новое. У меня есть цель узнать нечто новое, и я буду к ней стремиться. Я буду что делать, чтобы узнать что-то новое? Я прочту, возможно, что-то, чтобы узнать что-то новое. Я, возможно, у кого-то спрошу, задам нужный вопрос для того, чтобы услышать это новое. Но должна быть цель. Узнать. Я движусь, да? Познакомиться. Я буду что-то делать, я познакомлюсь, да? А иначе нет цели, нет конечного пути. Знаете, я перебью, ко мне иногда приходят на консультацию, вот большей части подростки, я ничего не хочу, я не знаю, как мне жить дальше, мне проще открыть окно и прыгнуть, чтобы все остановилось. Я говорю, позвольте, во-первых, я с ними всегда на «вы», потому что тогда они считают, что они достойны быть взрослыми, они достойны к чему-то стремиться. Я говорю, а давайте хотя бы цель на неделю. Хотя бы, я даже не говорю про месяц, хотя бы недельная цель. А что можно делать в жизни? У них нет понимания того, куда двигаться, откуда возьмется мотивация. Пустота. Тобто цей момент все ж таки впускають батьки, да, коли якби неправильно закладають, пояснюють, для чого та школа, просто ну, потрібно ходити, бо всі ходять. Первый класс. Боже мой, ты пошел в первый класс, какая ты умница. Во-первых, скажите ребенку, что он пошел в первый класс, и как минимум 12 лет он будет это делать. Никто об этом не говорит, он на второй день говорит, а зачем? А вы не сказали, что это будет 12 лет. Во-вторых, для чего ты идешь в школу? Нам никто не говорит, вот ты идешь хорошо учиться. Ну, прекрасно. А если я не буду хорошо учиться? Все, жизнь коту под хвост получается, да? То есть родители с самого начала не закладывают
ставить правильно цель. Mm-hmm. Да, вот у меня сейчас внучке 8 месяцев. Oh. Да, хорошая, развивается просто мгновенно. Думаю, раньше вот не дотягивается она до какой-то игрушки. Mm-hmm. Я бы раньше, как мама, побежала бы, подвинула, все сделала. Возьми только. Mm-hmm. Сейчас я настойчиво говорю, ползи. Mm-hmm. Иногда даже отодвигаю тихенько. Она же еще не понимает, что я делаю пакость. Да, что я отодвигаю. Я отодвигаю игрушку, чтобы у ребенка была цель. Она ее уже увидела, она не видит препятствий, она будет ползти. Это стимул. И его закладывают родители. Так. А чи можна його розвинути, якщо, от, знаєте, його не заклали? Ось ви кажете, до вас приходять підлітки, так? Не бачать цілі мотивації. З чого розпочати, щоб все ж таки побачити ту ціль і от випрацьовувати собі цю мотивацію? Ми з ними, я навіть не скажу, що довго. Знаєте, іноді потрібно 5-6 сеансов работы с ребенком, подростком, извиняюсь, подростком, это уже молодые люди или девушки, чтобы они поняли, что цели они себе выстраивают сами. Угу. Дорогу они себе выстраивают, знаете, дорогу осилит идущий. И родители мудрые, становятся поддержкой для детей. Они просто забивают, тебе это не нужно, ты никуда не годишься, ты этого не добьешься. Как ты вообще могла подумать, что ты можешь театрально поступить? Ты себя в зеркало видела? В тебе там, допустим, 80 килограмм. А какие актрисы? А что, не нужны в кадре 80 килограмм актеры? Нужны. Нужны. А у нас родители детей просто тупо забивают и не разрешают им быть мотивированными хотя бы. Да, хотя бы ставить цели. Поэтому здесь важно, я всегда говорю, мудрые родители приходят на терапию для того, чтобы их дети были не травмированы, хорошо развивались, имели цели, были востребованы. Но все зависит реально от родителей. Но дети взрослеют, они становятся взрослыми, и если они приходят на терапию, они мотивируют сами себя, потому mm-hmm. что они целостные личности уже становятся. То есть тут все зависит от того, насколько личность целостная, насколько она умеет ставить задачи себе давайте сама. Давайте перейдемо також саме до дорослого життя. Так. Як терапевти кажуть, що всі ми в тій чи іншій мірі травмовані. Травмовані. Всі, у кого були батьки, всі травмовані. Да, это Фрейд сказав. І ось тут такий один момент, от як уже у свідомому житті, там, коли тобі, наприклад, за 25 або за 30, і ти от саме зараз в моменті розумієш, що ти, у тебе немає ніякої мотивації рухатися далі, і як мінімум ти не розумієш, як ті цілі собі ставити. Угу. Як правильно ставити цілі? Ну, для начала понять, чого ти реально хочеш. Хочеш ли ти високої зарплати? Хочеш ли ти статусності? Понять хотя бы, да? Хочешь ли ты иметь красивое тело и вести здоровый образ жизни? Тут надо просто разобраться, в каком направлении ты будешь двигаться. Mm-hmm. Приходишь на работу, ты должен понимать, я хочу вот такой уровень зарплаты для того, чтобы я мог вот это, вот это, вот это, вот это себе позволить. Или мне достаточно вот такого уровня зарплаты, чтобы я себе позволил вот это, вот это и вот это. Да? Когда человек пришел уже в коллектив, да? Уже коллектив более-менее сформированный, уже у всех там, будем так говорить, свои роли, потому что в коллективе всегда расфасованы роли стандартно, по шаблону, и тогда человек начинает смотреть, какую нишу в этом коллективе ему надо занять. Mm-hmm. Кем он хочет быть? Лидером ли? Или тем, кого шпыняют постоянно? Да? Он ищет эту нишу. И когда он ее увидел, у него есть цель. Я хочу попасть вот сюда. И тогда включается мотивация. Что мне надо сделать для того, чтобы пройти вот это количество ступеней, чтобы попасть в этот кабинет? Mm-hmm. Да? И здесь идет. Здесь есть внутренняя мотивация и есть наружная мотивация. Да? Внутренняя. Я достигну вот этого статуса. Внешняя мотивация. Что мне за это будет, когда я этого достигну? У меня будет выше зарплата, у меня будет выше социальный статус, у меня будет больше возможностей, у меня будет больше социальный пакет, я много себе могу позволить. Опять же, все зависит от того,
кто чего хочет. Кому-то достаточно, извиняюсь, быть дворником и мести улицу. Это достаточно достойная профессия, да, потому что мы хотим выйти на чистую улицу. Да. Но не все хотят мести улицу. Но это неправда. Кто-то хочет. Для кого-то достаточно подмести улицу, да, и идти заниматься своим любимым делом. Да. То есть здесь он получил деньги, а здесь у него хобби. Виктор Цой, насколько мы помним, тоже был кочегаром, да, но при этом он был совершенно знаменитым человеком. У него была цель. Он не мог тратить свое время на то, чтобы ходить в офис с 9 до 6, тогда бы он не написал те замечательные песни, которые он написал. Да? И здесь то же самое. В зависимости от того, какая у тебя внутренняя мотивация, ты добиваешься тех или иных целей. А от якщо ми кажемо про важливий період у житті людини, коли відсутня мотивація? Вообще? От є ціль, так. І людина рухається, 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 а потім наступає так зване плато, коли немає ні сил, ні мотивації. Прекрасно. Як її знайти в цьому випадку? А давайте ми сразу не будемо искати. Ми, коли имеємо цель, не видимо препятствий, проходимо через стіни, ми достигаємо какого-то уровня, то бишь плата. Так. І нам нужно иногда или в большей степени замереть и остановиться, потому что мозгу нужна перезагрузка. Он как и телевизор, как и все остальное, он должен отдыхать. Иначе он вам ответит тем, что он сломается. Человек заболеет, да? Человек, вот как вы говорите, впадет в никуда, то бишь заморозится. Ему надо отдыхать. То есть нам всем нужно отдыхать. Поэтому мы идем вот по вот такой кривой. Мы добиваемся, мы падаем, или кто-то на плато и идет дальше. Но без того, чтобы останавливаться, нельзя добиваться целей. Всегда нужно остановиться. Для того, чтобы что-то дальше куда-то двигаться, знаете, как распутье. Я пришел на дорогу, три ответвления. Направо пойдешь, там коня потеряешь. Да, налево пойдешь, что-то еще потеряешь. И вот ты стоишь, и вот эта плата, и ты выбираешь, куда же я пойду с наименьшим сопротивлением дальше. Когда ты постоял, ты переоценил, да, действительно, у меня все хорошо, все замечательно, наверное, я пойду направо. Да? Или я пойду налево. Или я хочу потерять коня, которого у меня просто нет, и тогда заберут самое наименьшее. Коня, которого нет. Но я пойду туда и достигну своей какой-то конкретной цели. Перезагрузка нужна всем, даже человеку. Он не может постоянно что-то делать. Ось такий момент саме про мотивацію. Ми кажемо, коли ми розуміємо, до чого ми самі прагнемо, йдемо. А інколи, наприклад, це, знаєте, от я чула про те, щоб собі пообіцяти і досягти, потрібно або людину якось підключити, перед якою ти якби обіцяєш те, що будеш робити щоденно цю справу і досягнеш успіху. Наприклад, зараз використовують так само соціальні мережі там, да? Ось, наприклад, так з власного прикладу. Ти щось систематично робиш, ти це як заливаєш, тобто ти розумієш, що тебе бачать, і тобі немає якби можливості потім скритися. Не робити цього, бо ти вже про це якби оголосила. Це такий спосіб контролю себе. Яким чином ще можна себе ось так от змушувати, мотивувати, контролювати, щоб досягти цілі? Ну, якщо ти себе уважаєш, і якщо ти дав слово, ти його, як настоящий мужчина, не забереш обратно. Да? Дав слово, взяв слово. Тобі ж поставив собі ціль, я ставлю собі ціль за 2 місяці похудіти, там, допустим, на 7 кілограм. Для чого? Вопрос. Тебе 7 килограмм сбросить. У тебя висит в шкафу какое-то маленькое черненькое платьице, в которое тебе нужно влезть, да? У тебя новогодняя вечеринка, где тебе надо поразить всех на свете, да? Или тебе нужно 7 килограмм сбросить для того, чтобы твоя сердечно-сосудистая система работала без сбоя? Для того, чтобы твое тело там было всегда подтянуто, и ты в 60 лет мог сделать там фотосессию, что тебе вау, вот какая ты замечательная, типа Мадонны, да? Вопрос, что выбирает человек, когда себя подстегивает? Когда-то нужно, чтобы кто-то тебя подстегнул, а когда-то нужно самому это сделать, да? Всегда есть внутренний голос. И всегда есть человек, который стоит кнут и пряник, кнут и пряник. Никто этого не отменял, реально. А знаєте, що цікавий момент, все ж таки про те, що є емоційний, да, момент, і коли ти просто як для дії. Наприклад, для дії це те, що ось у мене були там фігури, наприклад, як в 60. А ось те, що емоційне, як ви кажете, прийти на вечірку і вразити. І от саме кажуть, що емоційність краще впливає, то краще обирати емоційний, так, момент мотивації. Опять же, всі люди різні, всі без ісключення. Кожен вибирає те, що йому ближче. Кому-то ближче вести здоровий образ життя, да, і в 60 років мати там сосуди 30
25-летнего человека, для этого ему нужно это все. А кому-то надо вау, в разы ты на вечерце, и тогда для нее это будет просто фейерверк, понимаете? Угу. Тут нельзя, ну вот, что мы всегда пытаемся делать? Мы пытаемся подогнать под шаблон. Mm-hmm. Шаблонов нет вообще. Потому что шаблон — это придуманная кем-то норма. Да, норма быть 90-60-90. И бедные девочки, кто родился там с бедрами, пардон, чуть больше, все, они себя, у меня подростки приходят, говорят, у меня толстые ноги. Это у тебя физиологически построенное тело, природой. Его изменить, ну нельзя. Ну вот в априори нельзя. А я буду. Она будет истязать себя диетами, она похудеет. Да, она дойдет до анорексии. И она будет пытаться стремиться сделаться 90-60-90. А ей от природы это не дано. Угу. И вот у нас вот чем плохо? Мы все думаем шаблонами. Нельзя думать шаблонами. Каждому человеку надо подходить индивидуально. Потому что ми всі індивідуальні личності, без ісключення. Ви знаєте, чудово, що ви згадали саме про оточення. Да. Багато, дуже велике значення надають саме тому оточенню, в якому формується особистість. Да. Але є ж один такий момент, досить популярний, на жаль. Коли людина в соціумі, вона вмотивована, вона заряджена, і вона чітко розуміє, що вона хоче від життя. Так. Як не зламатися в той період, коли тобі оточення каже, що нічого не вийде, да на що воно тобі треба, да йди на завод, працюй. І от тут виходит на сцену значимый взрослый для детей, да? Или значимый взрослый для другого взрослого, так, который скажет, что у тебя все хорошо, у тебя все замечательно, ты выглядишь прекрасно, ты ведешь нормальный образ жизни, у тебя хороший выбор там работы и всего остального. Должен быть всегда человек, потому что наша самооценка, она такая, знаете, в состоянии колебания постоянно. Угу. Тут вот я проснулась, и я ставлю себе 9, mm-hmm. а тут я проснулась, и мне вообще 2. Да, я себе не по... Но всегда должен быть кто-то, всегда. Потому что сам ты никогда не вытянешь себя на тот уровень, который нужен. Всегда нужен значимый человек, именно значимый, к которому ты прислушаешься, мудрый, значимый mm-hmm. человек, который тебя не опустит, когда надо, да. Вот возьмет и там что-то сказал такое... И ты понимаешь, что он, ну раз этот человек сказал, значит, действительно это так. Здесь правдивый человек должен со стороны смотреть в зеркало. Знаете, обычно я говорю, этот правдивый человек — это психотерапевт, которому, в принципе, реально совершенно все равно, да? Он зеркало. Я всегда говорю, приходит пациент, я говорю, я ваше зеркало. Я вам транслирую только то, что вы видите и что я вижу в вас, ни больше, ни меньше. И вы сами в себе разбираетесь с моей помощью. Да? Я слышу вас, я вижу вас, я вам протранслирую то, что, в принципе, как это выглядит со стороны. Иногда люди в шоке, что они со стороны выглядят гораздо лучше, нежели они о себе думают. Так, да? Бывает. Поэтому вот здесь я всегда говорю, должна быть такая поддержка. Для кого-то, ну, подруги не входят в этот круг, сразу говорю, это не те люди, они всегда, женщины всегда соревнуются, поэтому лучше брать в такие друзья мужчин. Але якщо чоловік буде відчувати почуття якісь? Да, поэтому лучше психотерапевт. Ага. От как ни крути, к психологу нужно этот вот человек, который действительно вам никогда не соврет. А якщо батьки, до батьків звертаються? Опять же... Зацікавлені? Да. Но поверьте, есть мамы, которые говорят, ты себя в зеркало видела, девочки. Вместо того, чтобы сказать, боже, какая же ты красавица. Ты в зеркало себя видела, куда ты идешь, что ты одела, как ты накрасилась и все остальное. Вместо того, чтобы зайти с другой стороны и сказать, а вот если ты посмотришь на вот это вот так, да, вот твои волосы синие, если бы ты сделала их, может быть, розовыми, было бы чуть лучше, чем синие все-таки, да, потому что подростки все равно будут красить и в зеленый, еще в какой-то, но всегда нужно давать, видеть вторую сторону медали. У любой медали, у монеты и у всего есть обратная сторона. Тут також важливий момент є у тому, що от одні спеціалісти стверджують, що людині завжди варто шукати опору в самому собі. Так. Зараз ми поговорили про те, що є певна думка зі сторони, яка важлива. Да. Де істина? Де правда? І там правда. Чоловік, коли він в ресурсі, ресурсний, він може опиратися на себе, і йому реально ніхто більше не нужен. Да? Но це потрібно мати цей ресурс.
И у кого-то он, когда исчерпан ресурс, тогда возникает вот эта плата. Я ничего не хочу, мне ничего не надо. Да? И тогда начинается кропотливая работа психотерапевта на то, чтобы восстановить ресурс. И тогда человек сам себе может вытянуть, знаете, как Мюнхгаузен сам себя вытащил за волосы. Это реально так. Но это только может человек в ресурсе сделать. Если человек не в ресурсе, или он уже на грани батареечка, у нас там на 15% осталось, ему все равно нужен кто-то со стороны. Ну, давайте на завершення тоді фінальне запитання. Давайте. Ваша порада. Як намагатися хоча б бути в ресурсі? Хорошо. Давайте так. Ресурс надо нарабатывать, это раз. Угу. Но если мы уже говорим, что хотя бы хоть какое-то, да, что я люблю? Я люблю медитации. Угу. Это не те, которые прямо в дзынь и все. Так. Да? Нет, нет. Это медитация, это ты просыпаешься утречком, не по звонку будильника, что тебе надо уже вскочить, влезть в брюки и побежать, да, а хотя бы, чтобы у тебя было 15 минут. Так. Ты просыпаешься и начинаешь себя любить. Вот прямо мои пальчики движутся, мои ноги работают, мои руки работают, мое тело дышит, да, там мои мысли работают, все-все-все. Все, я проснулся, я себя люблю уже, потому что я могу дышать, я могу двигаться, я могу самостоятельно кушать там, принимать решения, я могу сесть за руль, я все это могу. Значит, я жив и здоров. Это раз. Во-вторых, я могу 15-20 минут где-то прогуляться в парке, возле воды. Особенно возле воды хорошо. Если у кого есть такая возможность, это вообще самый большой ресурс, который есть. Вода. Вода. Да. И если есть возможность хотя бы 15 минут прогуляться вдоль воды, ни о чем не думать. Вот просто наслаждаться. Боже мой, какие красивые листья падают. Этот желтый, этот красный, этот еще зеленый. Вода течет, кораблик поплыл, да? Тут самолет полетел. Все, вы перезагрузились, вы набрались того ресурса. Если вы рядом где-то в парке, некоторые люди обнимаются с деревьями. Это не самый плохой вариант. Некоторые деревья дают очень много энергетики. Поэтому человек приходит просто возле дерева, даже спиной подойдите, возле дерева постойте, вы посмотрите, какой большой запас ресурса энергетики дерево вам даст. Опять же, кому-то сказать «доброе утро». Вообще ничего не стоит вам. Но сказать «доброе утро» и пожелать хорошего дня – это уже прекрасный ресурс. Да? То есть вы людям от всей души желаете всего хорошего. Это самый хороший ресурс. Понимаете? Поэтому реально всем, без исключения, я желаю хорошего дня. Понедельник, хоть день тяжелый, но если он начинается, неважно, с какой ноги вы встали, если он начинается с улыбки, даже через силу. Знаете, многим говорю, подойдите к зеркалу, откройте широко глаза и улыбнитесь себе, даже если вам хочется плакать. Это будет день тяжело, это будет два тяжело, но на 21-й день, подходя утром к зеркалу, вы будете себе улыбаться. И если вы себе улыбаетесь, вы себя любите. А если вы себя любите, значит, окружение любит вас. Все, что вы транслируете, это отбивается вам просто, знаете, мячиком теннисным. Вы транслируете негатив, вам все люди будут казаться негативными. Вы транслируете позитив, все будут относиться именно так. Вы транслируете любовь к себе, никто никогда не позволит повысить на вас голос, потому что вы себя любите. Друзі, зараз важливо, відкриваєте свій інтернет-пошукач, пишете туди YouTube «Правда тут», підписуєтесь, ставите лайки, тому що там занадто багато корисного матеріалу. І ми вам обіцяємо, що корисного контенту і надалі буде багато, і будемо робити так, щоб ви знаходили усі відповіді на свої запитання.